Ну что же, друзья, четвертый день сессии. У нас уже экзамен. Экзамен буквально после трех лекций одного из предмета. Скорее всего, поменяю маску на время экзамена. Хотя бы для того, чтобы было чем дышать. Не знаю. Я старалась выспаться максимально, насколько это возможно, но все равно просыпалась, какой-то такой беспокойный сон. Вот, но тем не менее надо держаться бодрячком. Главное, когда встала, думала, я сейчас чайник поставлю, прилягу еще немного, пока ходила, умывалась, собиралась, смотрю, уже 8-10, уже надо взлетать. И я просто ураганом, выпив залпом кофе, вот, бегом, просто бегом. Вот. Вы, кто меня давно знает, знаете мою позицию относительно завтрака. Это самое важное в течение дня, что должно с вами произойти. Вот, в общем, у меня получилось не алло с этим моментом. Укусила пару раз там что-то, что под руку попалось. Но хотя бы что-то закинула в топку, уже хорошо. Вот, поэтому пыталась, старалась максимально сократить элемент того, чтобы не брать с собой рюкзак. В итоге все равно иду с пакетом и сумкой. Вот, ну, посмотрим. Да, такую, знаете, ряженку взяла с собой. Вчера начала, сегодня пару глотков закончу после экзамена. Вот, или до, посмотрим, как сложится, потому что у меня еще есть 20 минут до начала. Я могу успеть посчитать, поотдыхать, сделать все, что я хочу. Вот. У нас прекрасная погода, как вы видели. Да, вот. Я с вами прощаюсь, мы с вами совсем скоро увидимся. Все, буду уже практически заходите в колледж. Всем хорошего дня и до новых встреч.